Бинарные опционы – это финансовые инструменты, которые фактически действуют по принципу «все или ничего». Клиент либо теряет все деньги, либо получает заранее известную прибыль. Недобросовестные участники рынка нередко предлагают людям инвестировать в бинарные опционы, обещая огромный заработок при ограниченном риске. Статус данного финансового инструмента до недавнего времени не был определен российским законодательством. Однако в конце прошлого года Государственной Думой был принят законопроект, который переводит финансовые инструменты рынка, схожие с бинарными опционами, в разряд азартных игр. Продавать такие продукты организаторы азартных игр смогут исключительно в казино и залах игровых автоматов, расположенных в специальных игорных зонах. Иностранные регуляторы также указывают на опасность данного инструмента. В сентябре 2017 года канадские администраторы ценных бумаг CSA официально запретили рекламу и продажу бинарных опционов. С января 2018 года регулятор Великобритании FCA принимает бинарные опционы под свой контроль из-за масштабных мошеннических схем с данными инструментами и повышенного риска торговли ими. Ранее эти инструменты регулировались игорной комиссией страны. Во Франции полностью запрещена реклама бинарных опционов. А регулятор финансовых рынков AMF регулярно предупреждает о рисках работы с компаниями, не имеющих соответствующих разрешений для предоставления своих услуг на территории страны. Сейчас в черном списке регулятора более 300 мошенников. Недобросовестные дилеры бинарных опционов не действуют в интересах своих клиентов. Они стараются применить множество схем открытия и закрытия сделок клиентам с ощутимыми задержками и в результате получить доход в виде депозита. Мошенническая возможность получения части дохода или преднамеренная потеря клиентами средств – основная бизнес-модель бинарных опционов. Схемы мошенничества брокеров бинарных опционов. Первое. Легкий доход. Если инвестор попал в их клиентскую базу, поддавшись на привлекательную рекламу, его обязательно убедят в том, что он сможет в кратчайшие сроки в разы увеличить свою прибыль. Второе. Невозможность вывода средств. 90% мошеннических действий со стороны брокеров бинарных опционов связаны с невыводом денежных средств. Компании находят массу оправданий, чтобы удержать средства на счету и не дать им уйти из компании. Третье. Демо-ложь. Демо-счета и бонусы в виде стартовых депозитов всегда показывают прибыль, чтобы стимулировать клиента к инвестированию собственных средств. Как только счета пополняются денежными средствами, депозит неконтролируемо исчезает. Стратегии становятся убыточными. Четвертое. Обнуление прибыли. Брокеру-мошеннику невыгодна прибыль клиента, и он может обнулить ее без веских объяснений. Пятое. Технический сбой. Неточность котировки и зависание платформы случается у таких брокеров с завидной регулярностью. Это позволяет построить выгодное списание для компании, ничем не рискуя перед клиентом. Шестое. Торговые сигналы. Недобросовестный брокер не станет помогать трейдеру зарабатывать деньги. Навязывание торговых сигналов, которые помогут заработать, очередная схема обнулить депозит в свою пользу. Дилеры бинарных опционов пропагандируют этот инструмент как легкий и быстрый способ заработка денег. Однако на практике все это напоминает азартные игры, поскольку компании пытаются извлечь как можно больше прибыли из своих клиентов. Они не проводят реальные финансовые операции.